Наталья Петровна Давыденкова из семьи военных. При этом всегда была активистом в школе, в вузе. Это помогает ей и в работе. Окончив с отличием Пятигорский лингвистический, она стала преподавать. Уже 22 года Наталья Петровна работает в 4-й Одинцовской гимназии, где сейчас заведует кафедрой иностранных языков. А в этом году вошла в топ-100 учителей Подмосковья. В данном случае я работаю в школе, где грамотные педагоги, прекрасное компетентное руководство. И отсюда результаты общие как школы, так и каждого педагога в частности, в том числе и меня. Наталья Петровна – методист Одинцовского учебно-методического центра развития и образования. В этой работе она прежде всего опирается на собственный опыт, а новые методики апробирует на своих уроках. И в этом заключается еще один фактор ее успеха как педагога. Когда вы пишете программы для учителей по повышению квалификации, то надо соответствовать современным требованиям, и приходится, естественно, быть в курсе того, что требуется от нас. И, с одной стороны, это помогает мне расширять кругозор как учителя, а с другой стороны, как методист, мне легче все это представлять, как это выглядит на практике, вся эта теория. В этом году методистом центра станет и бывшая ученица Натальи Петровны Яна Павловна Шифоростова. Она тоже преподает английский в 4-й гимназии, работает уже 6-й год. Считает, что ей повезло с таким руководителем и учителем. А свои уроки английского языка в старших классах вспоминает с удовольствием. А мы английский любили очень. То есть Наталья Петровна, у нее, мне кажется, такое основное для педагога качество, у нее отличное чувство юмора. Она очень необычная, наверное, необычный такой человек. Я всегда думаю, что ей информация из космоса приходит, потому что она знает то, что еще не происходит, то, что только будет. Потому что я много раз себя ловила на мысли, что она вот мне об этом говорила когда-то, там, пару лет назад, а вот оно сейчас, вот это все происходит. Ну, в образовании я имею в виду, конечно. Наталья Петровна признается, чтобы работать в современной школе, необходимо идти в ногу со временем. Она рада, что бывшие ученики возвращаются в гимназию молодыми учителями. Мы тоже учимся у них. Особенно это связано с введением цифровых технологий. А сейчас современное образование без этого немыслимо. Так что вот приход новых, молодых в школу – это многообещающий фактор. Не просто давать знания, а научить учиться – вот главный принцип современного образования. Поэтому важным критерием в оценке работы педагога становится мотивация учеников. Топ-100 – это, конечно, знаете, ну, как сказать… Ну, действительно, требует от меня больше еще отдачи и большей ответственности. Поэтому останавливаться на достигнутом Наталья Петровна не собирается. Впереди у нее написание программ по повышению квалификации, новые проекты с детьми и желание делать как можно больше. Наталья Гончарова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».